Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, это игрушка Angry Birds Star Wars 2. И следующий эпизод называется «Восстание клонов». Выбираем птичью сторону и поехали. Короче, это первый эпизод, который относится ко второму эпизоду «Звездных войн». Здесь это планета Курусант. Тут на покушение Падме охотится Джанго Фетт и зам Уэссел. В катсцене также появляются Пло Кун и Ки-Ади Мунди. Вот здесь Энакин стал взрослым. И стал мечом управлять. Так, на всех уровнях будет зам Уэссел находиться. Ко второму эпизоду «Атака клонов» он относится уже. Ну блин, чё, блоки эти перевесить что ли не могут? Как же так-то? Блин, слишком рано. О, а сейчас упадет. Как-то странно. Ну, сейчас эти должны упасть. И все. Открыли очень быстро мы его. Прям вот за два уровня всего лишь. Как-то совсем это... Что-то совсем как-то легко. Никого, по-моему, так быстро не было еще. Эти штуки засасывать могут предметы, что может в геймплее помогать. Отлично. Эх, одной мили-мили-сюнечки не хватило, чтобы закончить с этим персонажем. Такое-то, а? Не, давайте еще раз попробуем. Немножко ниже выстрелим.
Да, слабенькие камешки. Хорош. Нормально получилось. Так, уровень 6. 1032 кредита. Что довольно-таки неплохо, я считаю. Надо как-то долететь туда. Винду присоединяется к нам, и надо бы как-то достать, наверное, ту карту еще попробовать. Я думаю, это будет легко. Но давайте сначала уровень пройдем. Так, ну давайте попробуем. Эх, не долетело. Жалко, 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 жалко. У нас тускенский разбойник же есть. Ну, давайте его израсходуем. А, или давайте еще раз попробуем меч кидануть. Сейчас перезапустим. О, как быстро набирается. О, подарок. Отлично. Подарки я люблю. Эх, почти. Пролетели. Давай, давай, давай. Да что ж ты будешь делать? Ладно, давайте стрельнем туда. Кстати говоря, это первый эпизод, в котором не появляется Квай-Гон Джин. Ну, хотя это логично, потому что он его убили. Дарт Мол тоже не появится, кстати. Тут он, по сути, тут погибшим тоже считается. Хотя тут... Не, не считается. Просто это самое. Он просто не появляется больше в эпизодах. Все потому, что он кроме первого эпизода, не... он в других, он только в первом появлялся в эпизоде. Так, вот до динамитов бы. До какого-нибудь бы динамита добраться, и будет все отлично. О, хорош. Осталось только вот этого вот добить. Ладно, у нас их полно, так что давайте сделаем это. Было бы лучше, если бы этот динамит бы взорвался. Это, наверное, бы взорвались бы все. Так, блин. Блин, не очень получилось, ну ладно. Так, теперь нужно залететь как-то вон в ту дыру.
Да, не долетели. Давайте попробуем тогда вот сюда стрельнуть. Получилось, конечно, так себе. Не очень удачное место динамит попал. Так, ну ладно, стреляем и выигрываем. Так, собрали все очки, да? Так, уровень 9. Ну-ка, может быть, может туда залететь? Так, ладно, по-другому сделаем. О, а если свалить эту штуку? Надо это, сломать этот, сломать синий блок удалось. Да, получилось не то, что я хотел, к сожалению. Так, 10-й. То есть половина уже. Из птичьей стороны. Да, надо было вот так сразу делать. Сейчас их сдует просто. Так, не очень удачно я стрельнул. Давайте в обратную сторону ее пальнем. Пусть это засосет все.
Что-то как-то совсем плохо я сейчас стрельну. Так, ладно. Господи, не того, блин, взял. Не то. Этого нельзя нам использовать персонажа. Не канон будет. Ну-ка. Полетели, да, ё-моё, не очень как-то полетели они. А, погодите. Так, а как они тут летят? Блин, он даже не знает, что использовать. Так, ладно, замучишься с вами, блин. Не хочется просто время тратить долго на уровнях, поэтому используем эти. Но их поэкономить бы все-таки надо, потому что они нам пригодятся в голове управляя своей судьбой. Но если нам не хватит, мы купим. А не хватить нам может запросто. Так, ну давай. Да блин. А, это, кстати, Юнлинг. Юнлинги это. Да как? В смысле? Это как? Почему? В смысле? Ну эти, ну юнлинги, то есть те, которые учатся еще, дети. Хороший удар. Блин, а чё, ну и чё не проломил? Не так уж и много осталось. А, чё, все подохли, что ли, уже? Ну, ничего себе. Ладно, как скажете, блин. О, хорошее место, чтобы прыгать, блин. Просто... гениальное придумать было нельзя. О, вот сейчас еще один такой будет.
Так, вот как бы к тому подобраться? Вот я что-то не знаю. Попробуем пролететь, конечно, через это, через эту трубу. Но она не долетит до туда. Так что, походу... Ладно, давайте этого используем. Не вижу другого способа пока. У нас их полно, так что ничего страшного. Как медленно набираются снимачки. Да, даже меч не запустил. А, блин, я забыл, какая способность у него. Я думал, это этот, Мейс Винду. Не подумал немного, ладно. Так, смогу ли я всех троих сейчас замочить? Я... Смогу, смогу. Блин, жалко. Так, может туда попробовать? Нет, я тогда не смогу пролетать через эти хрени. Сдохнет, нет. Эх, как грустно. Так, и чё, опять не попадет туда? Ну-ка, давай сюда, потом сюда, и вот так надо было сделать с самого начала. Вот это было эффектно, вот это было эффектно вообще, почему я сразу так не сделал? Мне за это просто обязаны 3 звезды дать. За такую цепную реакцию. Да, 3 звезды дали. Ах, как грустно, блин. Долететь до туда как-то надо. Ха-ха-ха.
что-то я не пойму, как расшибить ту хрень. Видимо, надо еще раз. Ну да. Ну давай, ну блин, ну как так-то, ё-моё. Ладно, это сойдет. Там куча кредитов сверху. И фиг с ними. До них хрен долетишь. Вон, 200 штук дали, офигеть. О, вот этот уровень надо открыть. Ну, вот так будет хорошо. Сейчас корабли просто будут врезаться. И сами расшибут корабль. Ну, не все, к сожалению, корабли. Ну, хорошо. Это лечу. Ах, не долетело до туда. Так, ну это не канон, конечно, давайте используем. Но это еще не все, у нас еще свинская сторона есть. План не важно. Так, ну зам Вессел была убита Джанго Феттом. Почему? Мне не хватает звезд. Давайте откроем. Так было во втором эпизоде. Так, это Камино называется планета. Где находился во втором эпизоде Джанго Фетт и Боба Фетт. И где находились клоны. Кстати, я считаю, что пора бы купить уже вот это вот. Давно уже надо было это сделать. Но вдруг пригодится нам еще. Штурмовики носят... Ну нет, это не штурмовики, это клоны. Носят клювы. Они на птичьей стороне пока. Почему цепь не разорвалась? Это вообще нечестно. Блин, вот зря я это сделал. Надо было туда стрелять, птицу. Yeah.
на всех уровнях Оби-Ван Кеноби будет, наверное. И тут везде будет вода и дождь. Дождь, конечно, геймплей не меняет, но меняет вода. Двигающийся, причем, в отличие от третьего эпизода того же. Движущийся вода. Так, неправильно я стрельнул сейчас. Ну-ка, а может быть еще раз туда полью, чтобы эта штука разломалась? Нет, лучше, наверное, стрелять по вот этим металлическим, серым. Они с первого удара ломаются. Вот только до них очень трудно долететь. О! Она разломалась сама. Прикольно. Да, просто. И просто хаос начался. Давайте сделаем его еще раз. Очистили все. Так, Боба Фетт отличается раскраской и тем, что он пускает не одну ракету, а две. Состыковка все равно получается, потому что Боба Фетт во втором эпизоде, ему 10-11 лет было, и он не был никаким ни воином, ничем, никем. Но тем не менее... Раз есть, пусть будет. То, что за него дают поиграть, возможность дают поиграть, это хорошо. Что это за кучка, блин? Не очень получилось. Да блин, почему цепи не разорвались? Так, еще надо попасть в динамит, он в тот. И надеюсь, я это сделаю. Конечно, я сделаю. О, как быстро набрались очки. Так, и чё? Какой это будет подарок? Тускенские разбойники, прикольно. Эх, неудачно стрельнули. Тоже неудачно стрельнули. Динамит надо попасть. Я считаю. Во! Ну да, именно так и надо было сделать. Чтобы вот это все к нафиг. Снеслось. Ах, блин, можно было не стрелять, они бы сейчас все равно развалились. Так, ну,
туда можно попасть только с кельтским разбойником. Ну, не, ну, может быть, этими тоже можно. Но это будет непросто. Давайте его используем. Нам как раз таки только что, да, только что подарок его дали. Вот взрыв динамита был бы хорош, если бы я туда бы имел возможность попасть. Но, в принципе, уже нужды нет, потому что все уже подохли. Хотя на взрыв было бы прикольно посмотреть. В этот бединамит бы еще взорвался, было бы хорошо. Хорошо, да. Тысяча 14 кредитов. Нормально. О, а вот эта штука классная. Вот эта штука офигенная просто. Она пускает молнии. Такие вот. И это реально очень классная штука. С этой штукой. Дела в гору пойдут. Да, неудачно мы сейчас стрельнули. Thank you.
Так, вот как бы сразу бы этих всех взломать? Да, понятное дело, что никак. А, блин, надо было туда стрелять. Надо было вот в эту дыру стрелять. О, вот так вот надо было делать. Молнии, которые из этой штуки выходят, они по железным блокам очень хорошо проходят. Так, вот надо выстрелить так, чтобы ракета не попала под пыль. О! Это типа подлодка, надо ее запустить. Интересные уровни тут у нас. Металлические. Так, сюда сюда. А, погоди, может он взорвется? Да не, не взорвется. Было бы хорошо. Ну, динамит бомбанул, но толку это, к сожалению, не дало. Ну ладно, уровень все равно прошли. Окей, отличный был взрыв. Это какой уровень? 16? А, немного осталось. Совсем. Я думаю, и час он пройдет. Эпизоде появляется уже, но не на камине.
Так что тоже не состыковка, по сути, получается. О, вот это просто замечательный уровень. Запускать надо теперь не вперед, а назад. Только что-то это было как-то легко. Да, уровни на финской стороне легче, чем на мечей. Получились. Последний уровень у нас остается. Находящийся в корабле будет помогать нам, если в зоне видения, если есть какие-либо враги, он по ним будет стрелять, и это очень помогает. А, отлично. Так, ну тут Оби-Ван падает в воду в битве с Джанго Феттом, хотя во втором эпизоде, ну в фильме, он просто повис над водой, но не падал в нее. Так что тоже немного отличия получается. Ну что, вот такой вот сегодня эпизод был. Следующий называется «Месть ветчины», и мы в следующей серии будем его проходить. Ладно, на сегодня мы закончим тогда. Всем большое спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывался. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. Да, появился. Да, стал летать. Вот этот из-за того, что я его использовал.